главное, самое важное качество это какое? Это преданность, да, предание. Это преданность и предание. И вот Вигьяна Махараш в этой лекции, он говорит, что да, предание, нет сомнений. В то же самое время мы должны понимать, что до этого нужно дорасти. И для того, чтобы прийти к этому, для того, чтобы качества действительно по-настоящему проявились нас, нам необходимо изначальное качество, первое качество, это качество смирения. И он объясняет почему. Он объясняет контекст. Он дает контекст определенный. Он говорит, что если в нашем сердце реально нет места смирения, то когда мы приходим в общество преданных, мы понимаем, что, например, здесь ценят аскетичных, здесь ценят, например, терпеливых. Окей, я буду аскетичным. Окей, я буду терпеливым. Какие еще там качества нужны? Вот такие. Я буду таким. Но это игра. Это игра, это обман, и это самообман. И поэтому он говорит, что поэтому для того, чтобы войти в это царство, действительно качество вайшнава, для начала нужно смирение. Вот когда мы открываем дверь смирения, вот потом эти качества проявляются по-настоящему. А так это все абхаз. Это все как бы, все остальное. Поэтому смирение является основой. Смирение является основой. Смирение для нас означает, по сути, это способность принимать. Способность принимать то, что мне говорят те, кому я доверяю, реально. То, что мне уготовано судьбой. То, чего бы я не хотел, но оно мне сваливается на голову. И я это принимаю. Это вызов для меня. Это то, что позволит мне стать сильнее и чище. Я извлекаю уроки, я делаю какие-то выводы. Вот это смирение, способность принимать. При этом не быть глупцом, как когда-то тоже сказал. Когда Господа Будду спросили, как он стал просветленным. И он сказал, что я тоже совершаю ошибки, но я никогда не совершаю ошибки дважды. То есть, если я совершил ошибку, да, такое может быть. Такое бывает. Но если я совершаю одну и ту же ошибку вновь и вновь и вновь, это означает, что похоже, это просто глупость. И вот смирение означает научиться принимать, делать выводы и вновь не совершать ошибку.